Гастроли Малого театра пройдут в Сочи с 15 по 18 мая. Подробностями пребывания известной труппы на курорте поделились художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин и актер Александр Потапов. Народные артисты рассказали, что труппа сейчас активно гастролирует, ведь в здании Малого театра большой ремонт. В Сочи артисты привезли две премьеры. Это комедия о хитроумном проходимце «Как обмануть государство» и второй спектакль «Филумена Мартурана». Главные роли исполняют Ирина Муравьева и Юрий Соломин. Сюжет пьесы многим знаком по фильму «Брак по-итальянски» с Софи Лорен и Марчелло Мастрояни. Это лирическая комедия о любви, семье и детях. Спектакль получился не отвлеченно итальянским, а очень даже нашим, отметили актеры. Столько брошенных, никому не нужных детей, которыми никто не занимается или не занимался, будем думать так. Понимаете, это настолько актуально. Я не знаю, это настолько, да, это какая-то вот в этом есть величие этого автора. И она оказалась очень русской темой, как ни странно. Итальянцы смотрели и говорят, ну вы же по-русски играете. Я говорю, ну конечно по-русски. И оказывается, что это китайцы ли, японцы ли, итальянцы, русские, украинцы. Спектакль «Филумена Мартурана» можно будет посмотреть 17 мая. Постановку «Как обмануть государство» на сцене Зимнего покажут 16 и 18 числа. Кстати, эту комедию смогут абсолютно бесплатно посетить ветераны Великой Отечественной, пенсионеры и люди с инвалидностью. Такое решение принял художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Заявки на билеты можно оставить по телефону 8 965 864 45 50.